ごい出てます、ね、уважаемые товарищи, участники семинара, который сегодня мы проводим совместно с нашими гостями, с друзьями с города Франкфурт-на-Одере, Германия. Приехать к нам в институт и выступить со своими докладами, которые они назовут в процессе выступления, я думаю, сами. Его города, который принимает гостей, это Дубко Владимир Иванович, замначальник управления экономики горосполкома, и Козинцев Виктор Васильевич, главный специалист отдела внешних экономических связей горосполкома. Вот тех, кого я хотел персонально представить вам. Думаю, что мы в процессе семинара познакомимся ближе. Я заранее хотел бы, может, несколько так вперед сказать, чтобы вы чувствовали себя, студенчество наше и участники все другие семинара, чувствовали себя раскованно, чувствовали себя уверенно. По ходу семинара, я думаю, после выступлений можно будет задать интересующие вас вопросы. Мне очень приятно сегодня выступить с нашей группой здесь у вас в институте. И я хочу коротко вам рассказать, почему мы здесь находимся и почему именно вас выбрали. Города Франкфурт-Одер, Витебск уже давно города побратимые. Мы в течение последнего года вместе занимаемся в одном проекте Европейского сообщества «Тацис Литвинин». И наши цели в этом проекте, это содействие при перестройке и приспособлении управленческих структур города Витебска с учетом требований рыночной экономики и коммунального самоуправления путем передачи ноу-хау, например, структурных преобразований во Франкфурт-на-Одере. Наша главная цель – дать определенный опыт для поддержки малого и среднего бизнеса, и мы решили в этом процессе особенно большое внимание обращать на образование технопарка здесь, в вашем городе. Мы включили в этот проект группу студентов и одну молодую уже представительницу, которая недавно заканчивала учебу, с такой целью, чтобы нам поддерживать при анализе вашего города, чтобы вместе с жителями этого города, со студентами, с ответствующими, мы разрабатывали концепт дальнейшего развития с оценкой того, что мы сейчас имеем. Я сейчас хочу коротко представить всех членов моей группы. У меня с левой стороны сидит профессор доктор Гудау. Он не только мой заместитель по работе, но он и советник министра экономики земли Бранденбурга при отношении сотрудничества с Беларусью. У меня слева Анита Бальдауф. Она пускай сама сейчас представится. Мы хотели приветствовать вас. Мы студенты здесь. Я только хочу вам представиться Ута. Она студентка в университете Франкфурт-на-Одере и ГЭС тоже. Мы вместе учились в факультете экономики во Франкфурт-на-Одере. И здесь Карол и Себастьян. Они студенты тоже в университете Франкфурт-на-Одере.
Но для права, для юридической факультета. Извините, когда я читаю немножко, но русский язык еще немножко... Ну, тяжело. Мы все работаем вместе в одной проектной группе, которая занимается перспективами развития города Витебска. Наша цель – это подготовить материалы, с помощью которых Витебск мог бы благоприятно представить качество объекта для инвестиций, чтобы привлечь заинтересованных инвесторов как внутри страны, так и за рубежа. Почему мы здесь? Почему мы хотели встретиться с вами? Для нас это очень важно установить контакт с заинтересованными людьми, чтобы лучше познакомиться с ситуацией. И мы хотели бы работать над этим проектом, исходя только из своей точки зрения. И наша цель – это работать вместе с вами, молодыми, активными людьми, которые интересуются этим регионом и которые восприятно нового. Развитие города, затем мы придем к проблеме инвестиций. И здесь мы затронем больше проблемы иностранных инвестиций, так как тема очень обширная, и ее невозможно охватить в рамках одного семинара. Далее мы проведем анализ местоположения, исходя из точки зрения иностранных инвесторов. И в заключение мы проведем вам пример воплощения наших идей в одной стране. И здесь надо сказать, что, конечно, каждая страна имеет свою ситуацию, и мы только хотим показать, к чему может привлечение инвесторов для прямых капиталовложений, привлечение инвесторов для совместных предприятий с местными партнерами. И при этом, я думаю, здесь можно использовать высокий уровень науки. Компенсация недостатки ресурсов при помощи инноваций. И вывод, который здесь имеется, что стоит большую силу вложить в развитие технопарка с инновационным инкубатором. Я думаю, что сейчас только слово передать опять студентам, и я попрошу Аниту продолжить доклад. Так, вторая тема – это инвестиции. Вот, в 1750 году еще нужно было 12 дней, чтобы послать сообщение из Лондона в Эдинбург. Век спустя на это требовалось уже 12 часов. Сегодня за это же время мы можем долетать из Лондона в Токио, а чтобы послать факс на это же расстояние, требуется всего 12 секунд. Мир становится одной страной, и мы живем в такую эпоху, когда почти каждый говорит о глобализации. Международные инвестиции стали
nicht mehr Schätze der Lava, Mira. И во многих странах играют важную роль в экономическом росте, создании новых рабочих мест, обращаются войны. То же самое происходит и здесь. Один инвестор часто привлекает последующие инвестиции и новые районы и колонии, которые выступают в качестве поставщиков или же приятных клиентов. Ну что это международные инвестиции? Там есть такая дефиниция. Это получение иностранного имущества с целью его контроля. Пятнадцать следующих минут вашего внимания хотелось бы увлечь плодами нашей работы. Тема доклада – изменения польского законодательства в период рыночных реформ. Слышно это? Обучаясь в Европейском университете Вятрина во Франкфурте на Одере на юридическом факультете, мы имеем непосредственную и замечательную возможность в силу специфики избранной нами профессии вникнуть в происходящие политические, юридические, социально-экономические процессы, происходящие как в Восточной Германии, так и в Польше. Изучая одновременно немецкое и польское право, представляется возможность для проведения не только сравнительного анализа законодательств двух стран, но и динамики изменений польского законодательства во всю историю государства. После изменения политических и экономических систем в Центрально-Восточной Европе, одной из самых важных целей народохозяйственной политики является разработка проектов и непосредственное создание благоприятных условий для привлечения зарубежных инвесторов. Вот здесь есть три этапы, и мы только хотим объяснить немножко эти этапы. Так, необходимость анализа места расположения и целенаправленного продвижение на рынок. Мы только что установили, как много различных факторов играют решающую роль в процессе принятия предпринимательным решением. Проактивно продвижение на рынок и реклама могут чувственно повлиять на этот процесс. Мы убеждены в том, что каждый регион имеет свой потенциал, который нужно выяснить и использовать. Например, у уже существующих фирм. Например, почему они расположились именно здесь? Что им нравится? Что бы они пожелали? Опросы населения и студентов. Как вы представляете будущее своего города, чтобы способствовали тому, что вы остались в этом регионе? Эта схема должна нам помочь. Уважаемые дамы и господа, то, что я вам сейчас рассказываю, это не я изобретал, это труд наших специалистов, студентов, которые здесь участвуют в этом зале. Я просто сейчас вам приведу этот пример, который они разработали, потому что на этом примере очень хорошо видно, какое значение именно имеет правильный, так сказать, анализ состояния своего объекта хозяйствования, то есть города, области, страны. И, конечно, необходимость из этого делать соответствующие выводы. И я именно думаю, что в рамках тех
семинаров, которые наши студенты с вами еще хотят проводить. И вы имеете возможность немножко фантазировать в этом направлении и высказать, так сказать, свое желание как будущее поколение именно о вашем городе, о вашей стране, каким должен быть город быть, как экономическим, как в культурном отношении. И вот этот пример, который я вам сейчас, приведу, это я просто тоже читаю, поскольку я говорю, я не автор этого примера. Ну, это студенты выбрали Ирландию в качестве примера, потому что это Ирландия является примером практического применения современной успешной политики использования места расположения. Несколько лет тому назад Ирландия была еще сравнительно бедной страной со слабыми перспективами экономического развития. Большой проблемой для Ирландии было то, что большинство высокообразованных людей после совершения образования покидали Ирландию, так как другие страны предлагали лучшие экономические возможности. Была создана беспрецедентная для Европы структура поставок, от которой выгоды получили и местные предприятия. Благодаря целевому планированию и концентрированию развития своего Ирландии приобрела имидж столицы Европы по программному обеспечению. Уже на этом небольшом примере видно, что целенаправленная политика регионального и городского развития или же его соответствующее планирование является базой для экономического благополучения региона и наверняка не потеряет и в будущем свое значение. Поэтому для развития региона можно собрать всю силу и энергию, объединить их и целенаправленно их направить на изменение вот этого региона. При этом, однако, важно не потерять из виду и, конечно, общую картину. Создавать только идеальные и идеализированные картины. Нашей целью в ходе семинара было не изложение определенной теоретической концепции вхождения в детали. Мы хотели кратко представить наш проект и его тему, чтобы пробудить к ней определенный интерес и побудит к размышлениям над этой проблематикой. Сейчас для нас важно найти студентов, которые хотели бы работать с нами над таким проектом для Витебска, например, в форме практического семинара. Мы разработали два списка. И для каждого из семинаров, и куда это было бы хорошо, когда вы можете писать ваше имя, когда вы хотели бы работать с нами, этот семинар будет в пятницу. Там мы хотели встретиться с вами. Мы сердечно благодарим ректорат за представление возможность представиться и вас за ваше внимание. Спасибо большое. Я думаю, что это очень сердечное было приглашение на сотрудничество. Пятницу после обеда тут и во сколько? 14.30 здесь состоятся эти два семинара. Я хочу, как-то начиная к этой теме, высказать пару мыслей
насчет самопрезентации города Витебска. Какие же цели преследует город? Чем привлекать заграничных инвесторов? Использование потенциалов, интеллектуальный потенциал и рабочий потенциал. Разработать планы для предоставления каждому инвестору необходимой площади. Где в городе сосредоточить развивающуюся экономику? Показ первых результатов. Я думаю, что вам удалось соблазнить в город немецкую фирму Schwartau и пример своего большого производственного предприятия Марков можно кругом показывать. И если удастся развивать технопарк в этих еще тяжелых условиях, это тоже будет хорошим примером показать интересующим о вашем городе. Значит, создание технопарка это очень важно. Обеспечение, конечно, надо гарантии для банков. И в заключение я хочу еще последнюю